Сегодня я буду играть в Майнкрафт. Да, проблема с скином меня пугает. Почему тебя зовут Ма? Ты мама? Кто упал? Я слышал. Зайчик! О, помоги, спасай меня, мама. Побежали. За мной. Первое, что мы должны сделать... Это добыть дерево, выйти. Мы будем выживать. Моё. Другое дерево добывай. Я вам сделаю инструментики. Верстак. И не знаю, что еще. Добывай. Зачем я так сделал? Так. Верстачок. Пук. Есть. Пук. Ставим пук. О, не то поставил. Ставим пук. И ставим пук. Пук. Делаем мечар. Я буду добывать всякие там алмазы, шмалмазы, она моя там сестра будет добывать нам еду. Так, какое нам надо нормально, чтобы было нормально все нормально. Короче, я забываю, я что-то делаю, я нам строю дома там, добываю железо, а ты, следишь за едой, чтобы была еда. Понятно. Куда ты уплыла, как с лотолем? А, вижу, прыгает там где-то. О, вижу. Бери свои инструменты. Чик. Погоди, не надо. Чик. Плыви. Ты ведь добытчик. Видишь их? Молодец. Хороший добытчик. Что ж, кого-то убила. Ну ладно. Я буду заниматься. А, нам надо построить шахточку. Я буду рядом здесь. Я никуда не буду далеко очень уходить. Обещаю. Нам надо тут прокопать себе приятненькую шахту. Что ты сделал? Я что топором буду нападать. На. Ты мне, я тебе. Так, я хочу кушать. Надеюсь, этот монстр, который нам добывает еду, принесет мне еду. Я сейчас умру. Ну что ты делаешь? Мы хотим просто выживать. Я хочу сделать дом. Будет у нас дом из земли. Это будет сюрприз всего человечества. Погоди, если я это добуду. Сейчас надо будет сделать такой сюрпризик маленький. Если она мне принесет еду, я ей дам каменные инструменты. А может быть даже и железные, кто знает. Так, добываем. Добываем. Сейчас у нас будет уже железный инструмент. Мы быстро развиваемся, но нам надо будет дом. И точно будет несколько серий, это будет длиться. Где-то тут пещера, я слышал. Кого-то надо будет туда отправлять. Я знаю уже кого. Это ведь наш охотник. Печка есть.
И давай. Железо скоро будет у нас. Да, переплавляйся. И я этим делом буду идти дальше в шахте. Вот только если она к печке приблизится, я хочу. Ну погоди, что я тебе могу дать? Сейчас. Погоди, и сейчас я тебе дам каменный. Вот тут. Там, если ты мне добудешь еду, я тебе дам это. Там будет железо. На, это тебе подарок. На Новый год. Нравится? Тебе и нравится это. Так, погоди. Я не помню, можно это из этого что-то сделать? Я не играл в новые версии. Да, я не какашка. Погоди, я не понял тогда. Железа не будет? Зря радовался. Ой, я знаю. Я... Это или... Может быть, не слышали, но... У нас где-то птички орали. У меня сидел вопрос к одной такой девушке. Почему она утонула? Ну ладно. Все, я много восстанавливаю так. Да-да-да. Храм себе шахте. Но я хочу попасть туда, к этим монстрикам. Я чувствую, что они рядом. О, как мне не нравится, где темнота. Ой, как мне не нравится. Что? О, тут вода. Что там где-то кслот или плавают? Я хочу это проверить. Да, тут наверняка есть аксолотли где-то. Дыхнуть воды. И я попал. Да, вот это добыть. Это... Что для меня пока странно. Все, быстро плыть. Ладно, выбираюсь отсюда. Надеюсь, она выйдет с едой. Надо, нам надо искать курочки. Очень много курочки нам надо. Ладно. Надеюсь, он никуда не пропадет и не подумает, что я куда-то убежал. Но я хочу... О, семечко. Ну, мне надо сейчас найти курочку. Ну, зачем ты за мной бежишь? Теперь мы не запомним то место. О, теперь мясо. Много мяса и тут есть. Давай, убивай того с мечом, я этого с топором. Будет еда, будем кушать, жрать. Погоди, если ты утонул, у тебя нету меча. Отдай мяско, отдай. Я буду нам жарить мяско. Оно будет вкуснее, оно больше будет пополнять. Каждому по 3 мяска. У меня 3, тебе 3. У нас будет, если будет жареное, мы больше восстановим, это будет хорошо. Если ты голодна, тогда ты точно много покушаешь, и тебе понравится. Первые 3 тебе отдам, если ты наверняка как голодненькая. Бери первую, кушай, если хочешь. Жди. Жди. Все, бери. Теперь мои дожарятся сейчас.
Пока мои там дожарятся. Что он так много тратит у меня здесь? Вот это кап. Все, у нас нету топора. Я его сжег. Что ты делаешь? Я тебе тоже могу ударить. Кушаем, кушаем. Так, вкусно. Я слышал там звуки. Пойдешь со мной? Вот там я видел воду. Мы можем, конечно, попасть. Вот тут начинается вода. И там мы можем поплыть. Где-то, может быть, будет да что-то. Вот это я это не продумал. Сейчас я утону. Если я утону, у нас пропадет очень много чего. Да, я поплыл. Погоди, нам надо сделать что-то. Погоди, мы будем выбираться. Все, выбирайся, выбирайся. Любиляйся. Люблялась, все. Хорошо. У нас очень много камня. Сейчас я тебе сделаю. Да, теперь поменяемся. Ты в шахте, я добываю нам еду. Молодец, согласна. Я тебе новую сделала. Может, две забрать. Сейчас приду с много еды. Много будет еды у нас. Всплываем и обратно. Где треска? Я же добыл только что треску нам. Где есть? Я поплыл убивать треску. Трезвую треску. Погоди, а почему не выбрали? Погоди, а вот. Первое. Поплыл, да, вот еще это. Живая. Но уже будет не живая. Погоди, успокойся. А вижу, вижу, плывет вниз. Так. Это 5 еще надо. Будет очень много еды. Так, добыл. Приду с много едой. А не приду домой, пока не будет много еды. Вдыхаем. Уже 7 рыбки есть. Есть. Фирменный мой удар. И... Что, не сработал фирменный удар? Вроде не сработал. Ого. Уже 9 рыбки есть. Так. Дальше. Куда еще? Ладно, там пока завтра продолжим. Завтра будет другая серия.